Я так и знала. Ты это специально, да? Вы помните, что это было? Это были консервы. Тухлые. Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу! И сегодня у нас челлендж «Гадкий коктейль». Да, папа для нас подготовил 12 разных напитков. 6 из них вкусные, а 6 гадкие и противные. Что внутри, он нам не сказал, хитрюга. Каждый стаканчик имеет свой цвет. И что, Вика, дальше мы будем делать? Мы подготовили несколько бумажек. Да, обозначающих цвета стаканчиков. Угу. Мы будем закрытыми глазами их тянуть. У кого такая бумажка попадется, тот выбирает вот такой же цвет, да, и выпивает этот напиток. Да, нужно будет попробовать и угадать. У кого больше всех вкусных, тот победил. Да, здесь 6 вкусных, 6 невкусных. У кого больше вкусных, тот и побеждает в этом челлендже. А проигравший должен будет выпить самое гадкое содержимое. А там есть нечто очень вонючее. Я прям тут чувствую. Вик, ты чувствуешь? Я чувствую только жир. Мам, давай на камень-ножницы. Давай. Раз, два, три. Вика меня порезала, я тяну первое. Не смотрю. Перемешиваю. Первый всегда страшно. И мне попался цвет фиолетовый, ярко-фиолетовый. Всем интересно. Так, ну что, пробую. Только не на меня. Фу, как пахнет. Папа, ты... Это такая вонючая смесь. Кто знает, что это? Папа, скажи, что это? Консервный сок. Это отвратительно. Честно, ребята, на вкус это как какие-то консервные помои. Это ужасно, ужасно, ужасно. Вик, воняет. Пахнет какой-то испорченной колбасой. Не колбасой, а рыбой протухшей. Фу. Или так, я протухшей. Очко не зарабатываю, у меня ноль. Ну что, Вика, давай ты тяни. Посмотрим, что тебе попадется. Не страшно. Но мне кажется, я попробовала самое ужасное. Его есть черное право. И вот это. Тут цвета не имеют значения. Важно то, что там у них внутри. То, что-то горяченькое. Тяни листочек. Закрывай глаза. Перемешивай. Вот эти цвета, которые я сейчас показывала. Тяни. Белый. Не. Черный. Вика только что сказала, что черный боится. На тебе черный. Вика, ты видел, что я выпила? Я еле-еле это сделала. Но я же смогла, и ты сможешь. Вдруг у тебя там что-то вкусненькое? Давай, пробуешь и говоришь, что это. Идет, 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 идет. Что? Ну-ка, сейчас. Что это? Какой на вкус? Тоже, видимо, гадкий. Что? Стоп! Это как там? Горох зеленый! Точно! Это рассол гороховый! Как я могу слышать это? По запаху не ошибишься. Не ошибишься. Ну что, Вика, как на вкус? Гадость. Вике тоже 0 очков. Но это хорошо, значит, тут больше вкусных теперь осталось. Я тяну. Ну, я не хочу. И... вот этот розовый. О, у меня коричневый. Пробуй, пробуй, пробуй. Потекло.
Шоколад? Я знаю, что это Несквик. Несквик? Можно тебе попробовать? Точно, дай покажу. Вот. Дай мне попробовать. Это Викин любимый Несквик. На, попей. Вкуснятина. Вот это очень приятно пить. У меня очко. Мне повезло в этот раз. Я первая зарабатываю очко. Жаль. А я пока ничто. Давай, тяни. Я хочу синий. Нет, тебе достался серый. Вот так. Ну что? Закрывай глаза и пробуй. Почему закрыл? А так легче. Давай. Мне водичку прикатила. Давай. Газировка! Какая? Это газики! Какие газики? Просто вода, что ли? Какие-то газы. Вау! Я знаю, что это. Газы. Фу, какая противная, это минералка. Но она такая соленая и противная, фу. И с газами. Лика у нас газы вообще не любит. Никакие газированные напитки она не пьет. Так, Вика, тебе опять ноль. Тяну. Так, тут три и один-один. Все, пожалуйста. Зеленый. Ты мой любимый цвет выбрала. Ты любишь зеленый цвет? Да. Красивый, как травка. Еще я люблю розовый и желтый. Так, ну что, пробую? Да. Как думаешь, хорошее или плохое? Думаю, что Как всегда. Yes! Фу! Что это? Ребята, ощущения такие необычные. Это рассол, дай-ка. Где рассол? Ой, кошмар. Ой, отвратительный. Это рассол, то ли... То ли огуречный, то ли... Ну да, наверное, огуречный. Фу. Фу, гадость. А кто-то, между прочим, любит. Нет, мы не любим. Так, ну что, я очко не зарабатываю. У нас пока счет 1-0. Да, у тебя 0, просто 0. Ну, честно, я прям не могу. Что, страшно? Да. Давай, тяни. Низкий розовый, это самый страшный. Тебе не нравится розовый цвет? О, что, голубой, какой красивый, держи. То, что я говорила. Вики, страшно это вид. Я водичку, а потом это попью. Хорошо, как скажешь, как тебе удобней? Давай пей, давай. Что? Непонятно, что это, очень кислое. Кетчуп. Это не кетчуп, это томатный сок, ты что? Ну вообще-то Вика у нас и помидоры не ест, и томатный сок не пьет. Но это считается, я думаю, что это вкусно. Я обожаю томатный сок. Особенно я обожаю пить его в самолетах. Я победила. Да, тебе попался хороший напиток. И тебе очко. И я. Это будет... О, да, угадал. Я хотела сказать желтый, а не розовый. Желтый. Самый страшный и вонючий. Я по запаху. Вонючий? Да, я его чувствую. Ну, ладно. Это самое страшное для тебя, это точно. Ползет. Вкусняшка. Ребята, это Пепси. Мой любимый вкусняшка. Пепси? Конечно. А почему он тогда для меня был вонючий? Ты потому что не пьешь газировку. А? Значит, вот этот вонял. Ну что, Вика, хорошенечко все перемешивай. Не подглядывай. Тяни.
Хватай. Хватай одно. И... розовый! Вот этот красивый. Этот у нас оранжевый. Ой. Давай. Интересно, что там у тебя? Да. На самом деле, ребята, очень страшно пить, не зная, что там внутри. Что это? Что это? Это чай. Что-то даже... Прикол, это обычный чай. У тебя даже чаинка через трубочку прошла, мы ее здесь видели. Класс, тебе очко. Ну что, счет становится 2-2, и у нас ничья. И, ребята, очень интересно получается, у нас осталось 2 вкусных и 2 невкусных, а вот где что, никому не известно. Сейчас мы все узнаем сами. Я тяну бумажку. Красный, хватаю то, что есть. Золотой. Самый страшный. Для меня не все. Вообще золотой цвет очень красиво. Что там внутри? Сейчас узнаем. Соевый соус. Ой, какой он соленый. Ой, фу, сколько здесь соли. Без суши это невкусно. С сушами пойдет. Я очко не зарабатываю. Вот, посмотрите. Густой, насыщенный соевый соус. Перемешивай. И тяни бумажечку. Какой? Красный? Красный. Что, страшно опять? У нас осталось вроде 2 хороших и 1 плохой. Посмотрим, что тебе попадется. Так, это что-то вкусненькое по запаху. А, ты уже понюхала? Ну давай, пробуй тогда. Яблочный сок. Слышите этот хлюп-хлюп? Это было что-то вкусное. Какой, яблочный? Да. Дай посмотрим, дай покажем. Вкусно? Угу. О, точно яблочный? Какой-то он густой, наверное, с мякотью. Вкусняшка? Очень вкусно. Вике повезло, у нее еще одно очко. Счет становится 3-2. Вика выигрывает. Мне страшно. Моя очередь. Беленький. Беленький, просто беленький, белоснежный стакан. Пробую. О! Что это? Ой, кошмар. Что это? Это масло, точно. Фу, покажи. Это растительное масло. Ну что, мне попался гадкий вкус, и у меня 0 очков. И у Вики остался один коктейль. Ой, его даже не надо даже бумажку тянуть. Синий, я за тебя потяну. Давай, пробуй. Ну что-то должно быть вкусненькое. Главное, что? По запаху очень вкусно. Давай, пробуй. Что это? Это йогурт. Йогурт? Точно, это у Вики попался йогурт. Вика, везунчик, у тебя очко, и ты побеждаешь со счетом 4-2. Я опять проигрываю. Ну что, ребят, я проиграла, а что это значит? А это значит, что я должна буду выпить самый гадкий напиток, который выберет Вика. Вика, что ты выбираешь? Я выбираю, который ты пила самый первый. Я так и знала. Ты это специально, да? Вы помните, что это было? Это были консервы тухлые. Так, ну что,
Вот эти вонючие консервы, у них и видок страшный, а запах просто не передать. Не нюхай, хуже будет. Ой, не дыши-ка на меня. Я еще, Вика, не пробовала. Давай. Пей, пей, пей. Нет, я не могу. Я не могу. Нет, нет, я не буду это пить. Я не буду. Я не буду это пить. Все. Ухожу с кадра. Мамочка, мила, не плачь, я это сама выпью. Ты выпьешь? Да. Вот эту гадость? Да. Да ладно? Да. Вместо меня? Да. Возьмешь такую участь? Да. Ну давай, вот эта дочка героиня. Давай пей. Не могу поверить. Ты правда выпьешь это? Да. Давай. Что? Вкусно! Это серьезно? Да. Вика, ты должна все выпить. Как это все? Я могу только одну каплю. Нет, ты должна выпить вот это вот все. Я же не говорила, все выпью. Ну ты молодец, ты попробовала эту гадость. Я на самом деле стараюсь для мамы, чтобы вот эту гадость ты попробовать. Ты молодец. Она была очень кислая. Дочь спасла меня от этой гадости. Показал, как надо быть храбрым. Молодец. Всем пока, мы вас любим. Ставь лайк и подписывайся на канал Вики Шоу. Пока-пока. Пока-пока.